В канун Дня Победы самая известная фирма такси нашего города по традиции поздравила ветеранов. Кроме добрых слов и поздравлений, представители организации приготовили для ветеранов и небольшие подарки от чистого сердца. Хотели вас поздравить с наступающим праздником 9 мая. Да нет, фотографии. Как? Сейчас сфотографируем. Поздравить вас, пожелать вам здоровья. Спасибо за то, что вы сделали для нашей Родины. Небольшой такой символический продуктовый пакет. На стул, что поставь, сидеть не будешь. От сердца спасибо вам еще раз. А на парад вот 9 мая вас не приглашают? Ходовая часть у меня отказана, не работает. Ноги тяжело, да? Начало 43-го. 43-го года, да? 17. Вы Берлин брали, да? 17. Кенигсберг, Берлин, Белоруссия, Восточная Пруссия и все по мелочи-то. Угу. Короче, все его прошли. Прошли. А последние Кенигсберг, Берлин, они рядом тут были. Кенигсберг остался у нас. Вот Берлин что-то пока. Это самое главное. Вышел за пределы нашей федерации. Не расписались, не удалось на стене? Нет, там места не хватило. Все исчертили. Русским матом, наверное, да, все было заклеено. Всякое бывало. Алексея Васильевича пришли поздравить. Здравствуйте. Ну вот, а мама Машка, да мы не будем это. Ну как же вы не будете? У вас праздник в порядке, а мы тут сейчас не следим. Ну. Вытру. Нет. А почему это вы дедушку? А бабушку? Пара мы ребят уже 55 лет. Как это? Вам это? Что? О чем вам говорить? У меня 12 лет супружеской жизни. Надеюсь, до 55 тоже дотяну. А вас не приглашают на 9 мая на парад Победы в Москву? Нет. В Москву? Нет. Не присылают приглашение? Нет. Да? И вообще ни разу за все время? Нет. А поехали бы на парад Победы? А что бы не поехали бы? Поехали бы. Таблеток бы напились и поехали. Раньше мы ездили через год, каждый год. Мы не привыкли никуда ездить, так что... А чего нельзя бы на 9 мая съездить? Там всего туда побыли и назад. А, ну если так, да. А что бы не съездить? Я бы, например, съездила. Это да, если так, да. Дети, нам он открытки Путин прислал. Ну, это прислали, они знают, что прислали. Радаев, а вот Чепрасов чего это нету? Ну, может, пришлет. Пришлет еще, тут рядом. Может, сам придет. Сам придет. Вот пригласите его, мы его сейчас снимем на камеру. Иван Васильевич, заходите в гости. Вы ему скажите. Вам тоже подарок принесли. Спасибо.